Всем привет! Если вы хотите узнать о том, как из бомжа стать GTA сам ютубером, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика, как и всегда, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому если вас все это заинтересовало, то переходите по ссылочке в описании и узнавайте всю интересующую вас информацию прямо вот именно там. Всем привет, друзья! Как вы могли понять, в данной серии видеороликов, в данном сериале я буду рассказывать вам о том, как из бомжа можно просто и легко стать GTA Samp ютубером. Это наша первая серия, поэтому давайте поддержим ее лайками. Хочу вам напомнить, что 100 лайков на данном видеоролике, и новая серия выйдет, ну, практически сразу же. Вы меня просто смотивируете. Да, я знаю, что 100 лайков это много, но если каждый из вас поставит лайк в течение 5 секунд, то это уже будет как бы много лайков, поэтому лайкайте, а также оставляйте свои комментарии, так сказать, что вам вообще интересно из вот этой вот серии видеороликов, как стать из бомжа GTA сам ютубером. Поэтому вот, оставляйте комментарии, ставьте лайки и все-все-все прочее. Вообще, то есть нам для начала нужно определиться то, на какой GTA сам сервер, будучи бомжом, мы пойдем. То есть вот, то есть YouTube канал пока что создавать не надо, нужно только выбраться с тем, какой сервер, в общем-то, мы будем представлять вообще от нас. Как это делают обычно GTA сам ютуберы? Вот им поступает рекламное предложение, и они типа выбирают из того, где им больше заплатят. И мы поступим точно так же, поэтому Arizona Roleplay Phoenix IP как бы находится в описании, заходите туда, вот, то есть этот бомж представляет, так сказать, весь GTA Samp, вот этот вот YouTube, Arizona Roleplay, вот, заходите, в общем-то, все туда и так далее. Потом, разумеется, нам нужно зарегистрировать наш YouTube канал, вот, то есть регистрируйте, желательно сделать себе какой-то запоминающийся ник по типу, знаете, Данте, Владислав Павлов, Югансен. Можно вообще проебнуться, знаете ли, крокодилом по вене и придумать что-то по типу Делорензи там, или, знаете, я не знаю, еще какие-нибудь ники. Вот, поэтому если вы из таких людей, то вот делайте именно так вот. Дальше нам нужен микрофон на начальных этапах, то есть можно использовать такой, знаете ли, немного хуевенький микрофон, как Blue Yeti, то есть он существует у большинства тех GTA сам ютуберов успешных, которые есть на данный момент. То есть бомжу это подойдет как Blue Yeti, он стоит, ну, 1008, возможно, 15, то есть, ну, я прям вот не знаю, вполне возможно будет как-то вот именно так. А после этого в каждом видеоролике, который вы будете снимать, будучи бомжом пока что, вам нужно рассказывать о том, как вы сильно любите своих подписчиков, что вы все это делаете не ради денег, и вставлять еще, кстати, две рекламы в свой видеоролик. А вот, все это делаете, оставляете там ссылочку на какого-нибудь продавца вертов, допустим, с Arizona Roleplay, и ссылочку потом на само Arizona Roleplay, типа прям вот, знаете ли, вот под продавцами вертов прям все это делаете. А после всего этого мы становимся GTA сам ютубером практически, то есть уже вот из бомжа до GTA сам ютубер, но пока что мы еще как бы бомж. Вот, мы все это сделали, все это успешно сделали, но, разумеется, какой же GTA сам ютубер в 2020 году без стримов? То есть стримы у нас также должны быть платные, несмотря на то, что у нас, допустим, будет мало зрителей, без разницы, то есть рекламодатели, они будут платить абсолютно всем. То есть мы все это делаем, мы вот становимся, знаете ли, уже от бомжа до GTA сам ютубера, как я уже все это и говорил. Какая-то харизма в ваших видеороликах, возможно, какой-то качественный монтаж, все это не имеет значения, потому что прямые склейки, они рулят данным миром. Также можно свое ебало поставить куда-нибудь в правый угол, либо в левый угол, еще всякие, знаете ли, панкропы делать на свое ебало, возможно, на ебало персонажа, вот все это можно делать. И после всего этого, как бы, вот, мы становимся, ну, плюс-минус GTA сам ютубером. Также вам нужен хромакей и все остальное. Откуда на все это взять деньги? Ну, как бы тут у вас есть несколько вариантов того, как все это вы можете провернуть. Можно ограбить, допустим, бабушку у Сбербанка, можно и сделать много всяких разных вещей, можно там, я не знаю, вот опять же, я не знаю, рекламировать Arizona Roleplay Phoenix IP в описании, то есть много всего можно вообще тут сделать, поэтому если вам вся эта задумка кажется хоть немного интересной, хоть немного нормальной, то, в общем-то, вы можете делать именно вот так вот. В следующем видеоролике
говорите от бомжа до GTA, сам ютубер, я научу вас делать превью для своих видеороликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это была первая серия от бомжа до сам ютубера. Заходите на Arizona Roleplay Phoenix и на все прочие проекты. Хотя лучше на все прочие не заходите, лучше просто на мой, вводя мой никнейм при регистрации Данте Коннор. Вы также получите при достижении вами пятого игрового уровня 300 тысяч виртов, если введете этот самый промокод. А всем спасибо за просмотр, всем пока.